ситуации с коронавирусом. Плюс 161 за последние сутки. Хочется верить, что мы выходим на эпидемическое плато. Среди заболевших 13 детей. Все они лечатся амбулаторно, как и еще 105 взрослых. Госпитализированы только 43 человека. Загруженность коечного фонда 80%. К счастью, умерших за последние сутки нет. Что касается эпидемической ситуации в школьных и дошкольных учреждениях, она по-прежнему относительно спокойная. Есть лишь отдельные очаговые случаи, они все на контроле у профильного департамента. Сегодня по ковиду у нас закрыт один детский сад, в который посещают 33 воспитанника в селе Кочетовка в Ивнянском районе. И закрыты, переведены на дистанционный формат обучения 3 класса, в которых по одному заболевшему школьнику, и общее количество детей, которые организованно учатся в дистанционном формате, все остальные продолжают образовательный процесс, это 85 школьников. В детских садах закрыто 9 групп с общим количеством воспитанников 172 ребенка. Что касается статистики заболеваемости на 100 тысяч населения, в Белгородской области по-прежнему ситуация лучше, чем в Центральном федеральном округе и в стране в целом.